Начну с последнего трагического события. 22 марта в результате кровавого теракта в Московской области погибли десятки наших граждан, в том числе дети, подростки, женщины. Преступники, которые непосредственно совершили это массовое убийство, как вы знаете, арестованы. Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления. Выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов. Свои вопросы отрабатывают органы Федеральной службы безопасности, других специальных служб при координации Национального антитеррористического комитета. Рассчитываю, что прокуроры в рамках своих полномочий, в том числе при предъявлении государственного обвинения и в ходе судебного процесса, сделают все необходимое, чтобы преступники понесли справедливые наказания, как того и требует российский закон. В целом, безопасность наших граждан, защита их прав и свобод, обеспечение суверенитета России, укрепление правопорядка были и остаются ключевыми задачами государственной политики. И сегодня в рамках ежегодной расширенной коллегии вам предстоит обсудить, на каких направлениях важно сосредоточиться в текущем году. Отмечу, что за прошедший период прокуроры активно и действенно защищали конституционные, социальные, экономические права граждан, внесли свой вклад в борьбу с экстремизмом, с попытками вмешательства в наши внутренние дела. Твердо отстаивали интересы государства и общества, вникали в проблемы людей и помогали их решению в ходе личных приемов. Хочу поблагодарить прокурорский корпус России за добросовестный труд, за принципиальность, ответственный подход к реализации поставленных задач. Особые слова благодарности прокурорам, которые работают в сложных условиях в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Вы, так же, как и ваши коллеги в приграничных регионах, действуете мужественно. В сложной обстановке профессионально выполняете свои обязанности. Помогаете людям в решении острых проблем, защищаете их права и законные интересы. Будем и дальше укреплять органы прокуратуры Донбасса и Новороссии. Это важно для их эффективной интеграции в единое экономическое, правовое, административное, социальное пространство России.